Зрительница пишет на канал: начала спать в теплых носках, ушли судороги из ног. Дорогие мои, да. И я тоже рекомендую, особенно в холодное время года, спать в теплых носках. При этом, смотрите, вообще делать комбинацию, вот если вы хотите, чтобы у вас была свобода тела и свобода энергетики, спите голой под одеялом, но в теплых носках. Вот вы получите тогда очень интересное ощущение. Теплые носки творят чудеса. И ходить по дому можно тоже в теплых носках, а не в тапочках. Тапочки, извините меня, это больница. А теплые носки – это почти босая стопа, которая чувствует все. Она чувствует любую поверхность и развивается. И развиваются пальцы. Поэтому носки недооценены. Смело применяйте и пишите комментарии. Если можете, поставить лайк на этот шорт, чтобы посмотрело как можно больше людей. С вами был Мастер Го.